там проводится. И вот в 1961 году мы впервые пришли заниматься в школьный коридор, занимались художественной гимнастикой босиком с молодым тренером Шибаевой Ниной Владимировной. Я прошу всех встать и почтить память нашего основателя художественной гимнастики, которой нет уже с нами 2 года. Спасибо, прошу сесть. Очень много приятных слов хочется сказать в адрес выпускников Жуковской школы. Школа была и специализированная школа, и кружок, и секция, кем она только не была. Но несмотря на название, чемпионы в школе всегда были. Это первая наша чемпионка Ирина Девина, которая в 14 лет стала чемпионкой Кубка Интервидения, вошла в сборную команду СССР и потянула за собой коллегу, подругу по команде Ирину Якунину, которая тоже стала чемпионкой Кубка Интервидения. Из 6 человек сборной команды Советского Союза 2 гимнастки были из города Жуковского, из одной школы, школы по художественной гимнастике. И с этого момента наша школа стала процветать. Стали появляться новые звездочки. Это Анна Митюхина, призер игр «Доброй воли». Это Ксения Ушакова, серебряный призер чемпионата Европы в групповых упражнениях. Это Аэлита Знаменская, победительница первенства СССР среди школьников. И многие другие девочки. Постоянно сборная команда Московской области, а сначала это была города Жуковского, была чемпионом России Советского Союза по групповым упражнениям. Мы эту традицию продолжаем и предлагаем всем тренерам Московской области, которые безотказно понимают, что у нас большой опыт, у нас хорошие тренеры, и доверяют своих детей тренерскому коллективу школы по художественной гимнастике тренировать сборную команду Московской области, которая ни одного года практически не пропустила, чтобы или завоевать медаль, или быть финалистом, то есть войти не только в число 8, но и в 6 сильнейших команд. И эта традиция продолжается по сей день. Нам очень приятно. Мне вдвойне приятно отметить то, что наш коллектив с момента его образования пополняется. Сначала это было несколько тренеров. Это была Нина Владимировна, я, наш аккомпаниатор Наталья Павловна, Людмила Андреевна Савина, вот она стоит первая на фотографии. Следом за ней стоит Наталья Ивановна Царькова, которая сейчас является президентом технического комитета художественной гимнастики в мире. Это наши аккомпаниаторы. Потом пополнился состав. Пришла Эльвира Витальевна, пришла Татьяна Юрьевна, Елена Михайловна. И так, и потом пришли наши выпускники Надежда Михайловна, Юлия Анатольевна, Мария Павловна. И очень приятно то, что, наверное, это гордость, одна из гордостей нашей школы, то, что мы живем в одном коллективе так очень долго, на протяжении нескольких десятков лет. Столько, сколько нашей школе, столько лет и нашему коллективу, грубо говоря. Мы ни разу не разлучались, мы были все время вместе, вся работа у нас происходит вместе. И сегодня нам очень приятно, что наши друзья из Московской области, города, с которыми мы дружим на протяжении многих лет, девочки, с которыми мы уже просто родственники, мы всех знаем в лицо, мы всех знаем по фамилии, мы все знаем, кто на каких стартах выступали. Мы даже дружим с родителями из многих городов. Встречаемся на практически на всех соревнованиях. Сегодня на нашем таком замечательном празднике присутствуют все. И вдвойне приятно, что приехали наши коллеги из Москвы, Катя Ковалева, Юля Сучкова, приехала Даша Ирещенко нас поздравить, тренеры Света Смирнова, Маша Киселева, все тренеры хотят поздравить наш коллектив. Нам очень приятно. А на этих фотографиях
Вот Ира Девина. Вы можете увидеть маленьких гимнасточек. Илю Маркизову, Мищенко, Лену Суздалеву, Елену Михайловну, Таню Масланову. Вот где-то Александровна в центре стоит. Вот такие мы были, вот так мы работали. А сейчас я хочу предоставить слово тренерам для гала-концерта. Пожалуйста, город Орехово-Зуево. Тренера города Жуковского. Мы поздравляем вас с юбилеем основания отделения художественной гимнастики в вашем городе. Желаем здоровья, творчества, долголетия, талантливых воспитанниц и спортивных побед. С уважением и любовью, Устина Татьяна, Крылова Валентина и Крупкова Мария. Спасибо тебе большое. А сейчас я передаю микрофон тренерам и детям из города Ступино. Дети Ступино встали и подошли к Ирине Викторовне. Ирина Викторовна темпераментный человек, такие же и дети. Милая, дорогая школа художественной гимнастики города Жуковского. Приятных и радостных эмоций, побед красивых и желанных. Всегда легко, пусть удается, осуществлять любые планы. Пусть никогда не будет трудно. Счастливый путь к заветной цели. А ветер дует лишь попутный, даря удачу в каждом деле. Мы поздравляем вас с юбилеем. Всех благ тренеров, достойных учениц,
родителям терпения, а детям побед. Поздравляем вас! Тепло стало, смотрите, солнышко появилось, жарко. И сейчас под жаркие аплодисменты они нам как танцуют. И команде «Эста Кидс». Зицан, мы поздравляем ваш коллектив от нашего города Раменского, от нашего Раменского района. Дорогие ребята, уважаемые тренеры, педагоги, судьи, дорогие гости сегодняшнего праздника, разрешите мне от имени администрации Раменского муниципального района и от всего нашего спортивного сообщества поздравить вас с юбилеем своих любимых соседей с 50-летием основания школы художественной гимнастики. Вы для нас и друзья, и соперники. Мы вас очень любим. Мы всегда равнялись на школу художественной гимнастики вашего города. И надеюсь, что в дальнейшем мы также будем с вами дружить, сотрудничать и всегда рады приветствовать вас в нашем любимом городе. Остается нам немного.
Успехов вам на выступлениях на зимние сказки. А я приглашаю Кристину Станевич, город Раменское. Thank you.
замечательный номер, трогательно. Спасибо тебе, Лер, большое. Спасибо. Я передаю слово команде города Воскресенска. А Ксения Володина, тренер Воскресенска, воспитанница из города Жуковского тоже. Спасибо вам большое. Дорогие девочки, дорогие зрители,
Давайте выразим благодарность вместе с вами директору дворца спорта Бориса Глебский, который нам сегодня позволил вот совершить такое грандиозное событие, праздник художественной гимнастики, но в городе Раменском. Это просто, Виктор Алексеевич, низкий вам поклон. Спасибо. Это заслуга прежде всего вас. Я вот смотрю на это действие и думаю, сколько в мире прекрасного. И вы, я прежде всего обращаюсь к родителям, да извинят меня тренеры, но прежде всего к родителям. Потому что вот ваше подвижничество в этом отношении, ваше самопожертвование, самоотречение и всего прочего ради того, чтобы ваши дети и внуки им были вот в составе тех людей, в составе вот того прекрасного, что мы сегодня видим, это вам вот низкий поклон и огромная благодарность, прежде всего. Ну а любую звездочку нужно правильно оправить и отгранить, любой камешек. И это делают тренеры. Поэтому вы особых слов доброты и хороших пожеланий заслужите в канун Нового года особенно. Ну а вам, ребятки, девочки, вы занимаетесь одним из самых прекрасных и лучших видов и спорта, и удовольствия, и наслаждения в этой жизни. Дай Бог вам, чтобы каждое занятие приносило не только напряжение и труд, но и приносило радость. И кульминация этого радости вот такие праздники, как сегодня. Такой праздник, который будет у нас 20 и 21 числа здесь, зимняя сказка. Я думаю, что многие будут участвовать и очень рады будем, если вы у нас это проведете и уйдете отсюда с чувством радости и удовлетворения. Мы всегда рады вас видеть. Все, что можем делать, сделаем. Да, праздники продолжаются. С Новым годом, с новым счастьем вас! Примите от нас трудность и привет. Спасибо вам. Спасибо. Я приглашаю Любу Пальчикову от города Щелково, от города Фрязино, от города Жуковского, двукратной победительницы первенства мира по эстетической гимнастике, обладательницы двух кубков, трех этапов Кубка мира по эстетической гимнастике 2012 года. Люба Пальчикова. Под аплодисменты! Раз, два, три! Раз, два, три! Оп! Молодец! Мария даже не горит, удивился, что вот так сделала. Да что, замечательно! Люба, спасибо тебе большое. Мне кажется, наши таланты в Московской области, если куда только эту девочку не определишь, наверное, везде будешь звездой. Спасибо твоему папе, спасибо твоему тренеру Владимиру Николаевичу Пальчикову, который составил такой замечательный номер.
и помогает тебе в спорте и в жизни. Спасибо большое. Привет вашей маме. «Россия вперед!» – так называется номер девочек из города Ступино.
тебе большое. Девочки, ну вот такие концерты можно смотреть до бесконечности. Но пришло время для парада. И я прошу вас всех за желтой занавесочкой построиться по возрастам. 3, 2, 1, 0, 9, 9, 9, 8, 9, 6, 9, 7. Постройтесь, пожалуйста, каждой командой по возрастам. Thank you.
люди уважаемые, подойдите ко мне, пожалуйста, все. Все судьи. Мария Александровна, Людмила Николаевна, ну а что? Ирина Викторовна. Итак, начиная торжественный парад, награждение призеров и победителей первенства, я даже не знаю, как сказать, традиционного турнира по художественной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта Ирины Девиной и мастера спорта международного класса Ирины Якуниной. Я начинаю торжественный парад с выхода наших судей и наставников, с тех, с кого началась художественная гимнастика в Московской области. Ирина, Ксения, Наталья, Валентина, Татьяна, Галина, Елена, Юля, Светлана, Анастасия, Елена, Катерина, Дарья и всем вашим коллегам по работе в школе. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня с нами, за то, что вы скрасили наше одиночество, потому что, как я понимаю, что в городе Жуковском с этим делом плохо. Вы скрасили все это, вот все невзгоды, весь негатив. И мы очень счастливы, наши тренеры, что вы нас приехали, выступили, поздравили. Это вам к Новому году за наше здоровье. Спасибо.